Всем привет, ZBrush 2019, и как я обещал в прошлом ролике, в этом ролике будем рассматривать именно корпус корабля. В прошлом была лодка, в этом будет именно судно. Погнали, рассмотрим, как это все можно сделать, что нам опять может предложить ZBrush по-быстрому опять же. Так, заходим в Tool и открываем куб. Все это дело вытягиваем, жмем Edit. Make Polymesh, делаем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Так, еще раз Ctrl-D. Именно 31 тысячу делаем полигонов. Заходим в геометрии Del Lower. И вот так вот по Z сплюснем все это дело. Выравниваем, вот так устанавливаем. Можно даже что-нибудь вот так вот нарисовать и посмотреть Modify Topology Mirror and Well, как она зеркалится. Все нормально. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Следом Ctrl-Shift. Заходим в кисти, находим Trim Curve вот этот. И попробуем все это дело резать. Пробел двигает. Зажатый пробел все это дело помогает передвигать. Ctrl-Shift зажатый и Alt нажимаем. И вот так кверху чуть поднимаем, чтобы угол был. И опять же Alt, Alt. Именно вот так, чтобы угол выходил, вот эта обрезка выходила за рамки куба. И опять же делаем вот так. И делаем Alt и уходим вверх. Вот такая штука получилась. Следом берем, делаем Ctrl-W и попробуем вот это дело все планировать, корректировать. Заходим в кисти Move Topology, Draw Size побольше, поменьше, подгадайте сами, как у вас будет. И вот так все это дело, вот так вот, вытягиваем Draw Size теперь побольше и немножко вот так вот. И в бок. Теперь делаем Mirror and Well. Вот получился корпус. Вот такой вот. Здесь вот пошла ломка. Значит, делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Чтобы эта ломка убралась, делаем, значит, сначала Dynamesh. Делаем Dynamesh. Вот так вот. И теперь заходим в геометрию, в деформацию, пардон, и делаем всему этому полиш. Все, вот теперь давайте посмотрим поле F, что тут с сеткой. Все нормально. И вот теперь можно, наверное, корректировать. Вот так все это дело приподнимаем, оттягиваем. Где-то draw size побольше, опять же. И моделируем корпус. Вот так вот. Чуть бок побольше. Здесь чуть-чуть вот так. Немножко выведем эту стенку вперед. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем модель. Так, теперь следом Move и немножко, наверное, уведем в бок. Следом теперь делаем геометрию и делаем Modify Topology Mirror and Well. Смотрим, что да как. Все гладко, все хорошо. И вот теперь вот так вот боком ставим, draw включаем и заходим опять же в size и по Z все это дело теперь вот так вытягиваем. Вот такая заготовка получилась. Вот так. Теперь нам нужно вот эти части обрезать. Это Ctrl-Shift Trim Rect можно взять. Вот эти вот ломаные части убираем. Получается вот такая лодка. Делаем Ctrl-W. И опять же делаем Dynamesh. Смотрим поле F. Вот такая штука получается. Заходим в деформацию. И попробуем релакс. Вот так включили, сделали. Все это вот в таком духе. И можно шифтом еще чуть-чуть где-то выгладить. Но будем делать дальше. Так, вот такая заготовка. Верх тоже можно обрезать немножко, чтобы он был ровный.
Ну и вот тут тоже подгадать. Так, делаем Ctrl-W и опять же Dynamesh. Вот такая штукенция получается. Так, заготовка есть. Корпус вот так будет выглядеть. Теперь заходим в кисти и Simple Spotlight Project вот это отключаем. И шифтом это дело можно теперь выглаживать. Вот так вот. Все делаем гладенько, чтобы все в корабле было хорошо. Так, смотрим сверху, смотрим сбоку. Вот такой вот у нас корабль. Так, следом уменьшаем Alt, левая кнопка мыши, модель, саптулы, делаем дубликат, ставим вот так вот вверх, чтобы видно было. И теперь делаем мов и вот так эту часть одну вытягиваем. Обрезаем ее опять же лишнее. Вот таким вот образом. Делаем теперь Ctrl-W и опять же Dynamesh. Drop size можно вот так вот сделать. И вот теперь все это дело вот так половину маскируем. И вот так вот часть вот здесь вот так вот. Квадрат оставляем словом. Делаем move. Все это вот так вытягиваем. И вот так все это дело заворачиваем. Где-то вот в таком духе смотрим. Даже еще можно больше. И немножко вот так вот подкорректировать. Снимаем маску. Ctrl левая кнопка мыши. И теперь делаем всему этому деформ, так, геометрии, делаем всему этому опять же Mirror and Well. Так, вот такой получился нос. Теперь можно этот нос немножко еще обрезать вот так вот по кругу. Теперь опять же Move Topology и X нажимаем. И вот так вот можно это все дело здесь подкорректировать, сузить, подогнать и так далее. Вот так вот. Все это можно выгладить. Что-то так, Ctrl-Z, 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 Ctrl-W, Dynamesh делаем. И вот теперь можно выгладить. Так, вот такое судно получилось. Прям на танкер похож. Ну а следом берем опять же саптулы, заходим Up and жмем куб. Переключаемся на куб. Так, делаем ему в геометрии Dynamesh. Опять же Size, все это дело. Так, не так. А по другой оси уплотняем. Смотрим, как бы что. Вот где-то вот так. И теперь все это дело можно вытянуть. Вот так. Теперь мов чуть-чуть подкорректируем. Вот эта заготовка слишком большая, ее можно тоже обрезать. Где-то вот так вот. Опять же Ctrl-W и опять же Dynamesh. Так, следом что можно еще придумать? Так. Переключаемся на куб. И вот здесь вот попробуем резку уже. Trim. Вот эту заднюю часть вот так вот обрезаем, а эту уже часть обрезаем Clip Circle. Вот где-то вот так вот. Делаем опять же всему это Ctrl-W и Dynamesh.
Теперь делаем первые заготовки, опять же, дубликат MOV. Оттягиваем ее назад, вот таким вот образом. Где-то вот так вот. И теперь это дело все можно опять же обрезать. Trim Curve. Вот таким вот образом. Ну и тут можно чуть-чуть уменьшить. Так, Ctrl-Z. Вот так, Ctrl-W и опять же Dynamesh. И вот эту часть. Вот эту часть. Немножко можно уже подтянуть. Опять же маска. Вот так. И вот так вот маска. И включить X. Draw Size побольше. И вот так все это дело здесь подтянуть. Вот таким вот образом. Где-то побольше, где-то все это дело выгладить. Вот такая штукенция. Здесь можно даже чуть-чуть приподнять. И опять же все это дело выгладить. Вот теперь все это выглаживаем, чтобы был вот такой вот именно типа конус. Чуть-чуть здесь можно его утянуть. Вот так вот. И потом это все доработается. Здесь вот так тоже уплотнить. Так. Здесь вот так все это дело можно тоже приподнять. Тоже все это дело можно здесь выгладить. И нос теперь берем. И немножко вот так где-то вытягиваем. Вот так вот. Вот эту часть можно теперь опять же или сплюснуть, или обрезать. Так вот по палубе обрезаем. Так. Все прикольно, все хорошо. Так, Ctrl-Z мы потом обрежем уже общую массу. Теперь вот так вот маскируем угол. Вот так вот. Ctrl-I. И вот эту часть можно вытянуть. Вот так. Снимаем маску, делаем Ctrl-W. Так, и немножко вот этот теперь верхний край. Ctrl-I. И его можно чуть-чуть вот так вот вытянуть. И опять же Dynamesh. Следом все это дело, опять же, Trim Curve можно немножко подрезать. Вот так вот. Здесь будет уже руль, рулевая часть. Делаем Dynamesh и немножко его сплюснем. Слишком толстый. Так, Ctrl-Z. Вот так сделаем потоньше. Так, что у нас тут с нижней частью? Так, чуть-чуть потолще, наверное, вот так все-таки. Это очень толсто. Вот так вот. Вот эту часть можно вот так замаскировать.
и немножко его с помощью гизмо вот так даже подкорректировать, где-то подтянуть, где-то вот так задрать можно. Это уже по ходу дела. Снимаем маску, делаем дайнамеш. И вот так все это дело теперь корректируем. Все это дело можно опять же подгладить. Вот так вот делаем теперь. Здесь верхнюю часть можно или добавить судну, каюту, или просто орю вытянуть. Так, ставим заднюю часть. И вот так все это дело маскируем. Ctrl-I. И с помощью MOV опять же можно приподнять. Вот так. И немножко вот так вот увести. Все это дело выглаживаем. Потом все это дело можно будет подкорректировать, подрезать. Так, задняя часть вроде нормальная. Вот где-то в таком духе. Так, и вот так теперь сделаем, наверное. Здесь вот корма. И вот эту часть X. Так, пардоньте, Ctrl-Z. Включаем X и вот так немножко делаем поменьше с выступом. Так, все это дело Ctrl-Z. Вот так. Ну, в принципе, как корабль уже оформлен. Вот этот хвостовик даже можно теперь обрезать. Походу он нам уже тут не пригодится. Опять же его можно вот так вот раз. Alt. И вот так все это дело обрезать. Все нормально, все хорошо. Потом можно вот это чуть-чуть развести, сделать любую форму, добавить какие-нибудь детали. Так. Что тут получается? Делаем поле F. Так, нос можно немножко утянуть. И опять же хвостовик немножко Flip Circle подрегулировать. Ctrl-Z. Ладно, пусть такое остается. Вот так. Нос немножко уменьшаем. Так, Ctrl-Z. Все, теперь объединяем все вот эти саптулы. Это Merge, Merge Down, Merge Down, Ctrl-W, одна полигруппа. Делаем всему этому Dynamesh. Вот так вот. Все это дело где-то выглаживаем, где-то подгоняем.
Вот так все это дело. А вот эту часть можно обрезать. Вот таким вот образом. Ну и все побольше. Вот так вот. Ну и придадим теперь кораблю именно полную форму. Так вот выставляем. И большой draft size ставим X. Геометрии чуть-чуть корабль можно уменьшить. Так, вот такой корабль получился, вот так он выглядит. Немножко надо вот этот нос подкорректировать, тоже здесь вот чуть подгладить можно. И чуть-чуть draft size поменьше, вот эту часть попухлее сделать. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну и попробуем немножко вот так вот вытянуть вот таким вот образом. А вот эту часть можно немножко обрезать, чтобы большая не была. Так. Так, вот такая вот заготовка. Вот такой вот будет корабль. Что тут еще можно сделать? Вот эту часть можно тянуть, как вам будет угодно. Вот можно даже чуть-чуть вот так здесь узко сделать, а здесь чуть-чуть вытянуто. Вот такой вот каравель получается.
Ну и можно вот эту часть чуть-чуть удалить. Делаем кораблю дубликат. Вот так вот. Делаем вот так ему обрезку. Делаем вот так обрезку. Смотрим сверху, что да как. Вот эту часть тоже удаляем. И вот эту часть где-то вот так вот тоже можно удалить. Делаем Ctrl-W, делаем Dynamesh. Смотрим, сделался он или нет. Вот так вот. Теперь делаем Ctrl-D. Пойдет. Низ вот так вот маскируем. И с помощью MOV все это дело вытягиваем вот так вот. Опять же снимаем маску, делаем Dynamesh. Все это дело можно чуть-чуть выгладить. Вот так. И теперь включаем первый наш корабль. Вот так вот. Ставим вот таким вот образом. И с помощью MOV и симметрии чуть-чуть. Так, Ctrl-Z. Немножко вот так вот уплотняем. Вот так. И немножко уводим вот так вот. Теперь все это дело погружаем. Ставим прозрачность. Так, глубоко не надо погружать. Это все-таки палуба. И вот так чуть-чуть уводим. Смотрим, что да как. Еще раз корректируем. Прозрачность убираем. Еще можно чуть-чуть уплотнить. Все, теперь этому саптулу ставим вычитание. На первый переключаемся. Merge Down. И снимаем маску. Так, делаем Dynamesh. Все, вычитание прошло нормально. Здесь теперь можно повырезать какие-то, поставить, я не знаю, там балясины или ограду какую-нибудь. Вот так все это дело замаскировать. Ctrl-I. И как это все дело можно чуть-чуть там увести, расширить, можно даже вот так вот, чтобы как борт выделить. Словом, любая фантазия, любой вариант. Вот так вот. Ну а здесь теперь можно статую добавить, окна добавить, добавить пушки, еще кое-где там подкорректировать, здесь сделать какие-нибудь, не знаю, барельефы, двери, окна, добавить мачты. И в принципе, ну неплохой будет, может получиться корабль. Все, всем пока, до свидания.